Друзья, всем привет! Мы вновь на Ческом. Мариан Петров. Поехали, вышли в Каракан. Гроссмейстер. Давайте C5, что ли, попробуем. Хотя здесь я ни черта не помню, надо заметить. Да, есть такой ход. Так, сейчас. Дай бог памяти. Дай бог памяти. Ладно, заберем. Память пока нас подводит. Конь E7 пошел. Конь C6 пошел. Так. Конь G6 тоже вроде хочется. Ага, вот так вот играют, да? Я и не знал. Так, а что на H5 будет? Что будет на H5? Ферзь G3. Скорее всего, H4, ферзь G4, да? Угу, интересная, кстати. Интересная каточка. Ладно, под огонь, друзья. Под мат. Ой-ой-ой, что ж ты хочешь, маленький мой? Поехали. Мне кажется, он темп потеряет. Однако. Слон G6, а G, EF. Так, ну здесь я должен бить. Кстати говоря, чем я должен бить? Ферзем, конь G5 накатит. Конь G5 накатит. Так, ну ладью еще хуже, да? Остается ферзем. Конь G5, H6, что ли, приходится ходить? Так, а я не проиграю сейчас партию, ё-моё. Мат грозит, да? Слон F2, ферзь ничего не дает, H6 надо ходить. Ой-ой-ой, что ж я наделал, а? Зачем ты это сделала? Так, конь E5. Давайте так, что ли. Сюда. Что, безнадежно стою, да? Судя по всему. Так, но пока без паники. Отставить. У него фланг пока не развит. Может быть, что-то я тут накручу. Король H1 просто пошел. Просто и холодно, да? Давайте слон D7. Играем без фигуры, как ни в чем не бывало. Слон E8 это угроза. Непонятно. F4. Так, ну вот это как раз не угроза. Пока ничего не грозит. Но это только пока. Так, уходить явно не хочется. Бить мат. Остается слон E8. Ферзь H3, да? Ферзь H3, да. Так, по-прежнему ничего не грозит. А что вот мне делать? Как-то все стоит криво-косо, да? Конь G6 тоже без угроз. Слон G6. Ну, какой-то бред, конечно, но ладно. Ферзь E6 какой-то ход. Конь E6 какой-то ход, да. Давайте, ладно. Предсмертные, так сказать, конвульсии. Двух фигур не хватает. Конь F2. Одна угроза подряд. Ну, не зевнет такое. К сожалению. К сожалению, не зевнет. А нет, зевнул. Фантастика просто. Во, люди играют. А, ну у тебя две лишних фигуры. Ай,
Да, друзья. Ну, вот такое вот бывает в жизни. Игры с мастера зевают, да. Ну, чтобы вы понимали, стою я, конечно, абсолютно безнадежно, да. Ой, секунду. Так, ладно, друзья, вылетели. Давайте сейчас все-таки... Наверное, я вам покажу. Как-то что-то выкинуло меня отсюда. Так, да, ну вот смотрите. В этой позиции... Да, оценка практически 8 пешек. Да. Так, а F6 я неправильно пошел, да? Да, F6 хоть не туда, видимо. Да. Сразу неприятности. Причем, кстати, я неплохо играл. Шаг сюда. Король H1. G6 был ход, который чуть ли не уравнивает партию, да? Да, ну вот такие дела, друзья. Надеюсь, вам понравилась данная партия. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо. И до новых встреч.